Вітаємо вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Гаряча лінія». У студії журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні гість нашої студії – голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Іванович Меріков. Доброго вечора. Ми будемо говорити на актуальні для Миколаївщини питання. Торкнемося і негоди, і економіки, і аграрного сектору. Шановні глядачі, ми мовимо в запису, студійний телефон не працює. Тож давайте розпочнемо роботу, поговоримо про наслідки року, що минув. Ми вже відсвяткували всі різдвяні свята, тому можна братися до роботи. Тож, ваша характеристика року, що минув, що вдалося досягти і що нас чекає в 2016 році? Прошу. Наверное, необходимо начинать того, что мы не смогли в 2005 году создать, построить. Вот это, конечно же, наши дороги, состояние инфраструктуры Николаевской области желает лучшего. Нам необходимо для этого финансирование и поддержка государства. Поэтому проблема у нас остается как с финансированием, так и, конечно же, с ремонтом дорог Николаевской области. Причем дорог не только государственного значения, а и дорог местного значения. Поэтому у нас сейчас разрабатывается большая программа по финансированию строительства и ремонта дорог Николаевской области. Буквально сегодня я проводил селекторное совещание с руководителем Укравтодора Андреем Васильевичем по финансированию работ в 2016 году. Сразу скажу, что ситуация кардинально не улучшится. Рекомендации находить средства в местных бюджетах, создавать программы софинансирования государственных дорог. Тем не менее, депутаты Верховного Совета работают сегодня над программой финансирования дороги Н-11, вот, и частично дорог местного значения. С моей стороны уже даны рекомендации для того, чтобы разрабатывать программу, которая будет вынесена на обсуждение депутатов и профильных комиссий для того, чтобы доработать и внести уже в сессионный зал. Но я хочу сразу сказать, что нам будет недостаточно средств местных бюджетов для того, чтобы отремонтировать государственные дороги. В то же время я хочу сказать, что впервые в Николаевской области на ремонт строительства дорог местного значения было выделено более 150 миллионов гривен. И вы нашли? Конечно, с местных бюджетов. С местных бюджетов в каждом районе, в каждом городе. И, допустим, город Николаев более 120 миллионов гривен освоил, чего не было ранее все 20 лет, более 20 лет. И это, соответственно, тоже этапы децентрализации, экономической децентрализации, потому что бюджет 2015 года выполнен в целом на 121,4% по области. Вот, и если брать в отдельности по городам, это есть города более 120%, но выполнение по городам, районам и населенным пунктам 100% выполнено во всех наших местах. Поэтому это показатель достаточно высокий, потому что увеличены бюджеты развития нашей области, наших городов, которые были направлены, конечно же, вот мы говорим о проблеме дороги, мы говорим о проблеме сферы ЖКХ, мы говорим о проблеме инфраструктуры, что касается и освещения, что касается и наших установ коммунальных, и это очень важно. Вот это положительный в 2015 году рывок в плане финансовой децентрализации в Украине и в Николаевской области. Я могу привести буквально несколько цифр. То, что город Николаев планировал 928 миллионов 970 тысяч, это общий фонд города, реализовали 1 миллиард 138 миллионов 441 тысячу, что составляет 122,5%. В целом областной бюджет планировал 352 миллиона 481 тысячу, реализовали 400
9 миллионов 161 тысячу, что составило 116,1%. И областной бюджет тоже смог перераспределить по итогам 6 месяцев и, конечно же, направить данные средства на развитие наших коммунальных установ, а это и больницы областного значения, а это и интернаты областного значения и многие другие установы. Что касается, опять-таки, областного бюджета выделения средств на дороги, он составил 12 миллионов в 2015 году, что тоже впервые, в принципе, мы начали финансировать уже с областного на бюджета. На фоне того, что потребно, это того, что происходило, ранее это мало, но тем не менее мы смогли уже начать финансирование данной отрасли. Поэтому... Вот это основная такая проблема, которая была, это связанная с дорогами, потому что у нас в целом по области нет задолженности по заработной плате госслужащим. Вот. У нас выплачены все льготы, и это тоже достаточно то, что мы контролируем и то, что мы, за что мы отвечаем. У нас есть долги по заработным платам у крупных предприятий, в том числе государственных предприятий, это завод 61-го коммунара, но буквально в январе и в декабре месяце уже пошли небольшие погашения долгов текущих работникам данного предприятия. Мы планируем в этом году провести ряд совещаний с депутатами Верховного Совета, где планируем поднять как раз проблему судостроительной отрасли в Николаевской области и в Украине. Конечно же, мы будем говорить об оптимизации, конечно же, мы будем говорить о свободно-экономических зонах, которые были ранее скасованы, вот. Но вопрос достаточно обширный, и необходимы специалисты, необходимы эксперты, которые смогли бы внести предложение, потому что здесь без поддержки государства данную отрасль поднять практически нереально. Было, точнее сказать, державні замовлення, стабільні, гарантовані і профінансовані. Ви знаєте, для того, чтобы в данную отрасль вернулись инвесторы, необходимо льготные условия налогообложения. Как только государство создаст льготные условия налогообложения, значит сразу появятся европейские крупные компании инвестиционные, которые готовы и заинтересованы в судостроительных предприятиях. На самом деле сегодня развиваются судостроительные верфи в Турции, сегодня развиваются судостроительные верфи Европы и Азии за счет того, что есть особое налогообложение, за счет того, что в Азии рабочая сила недорогая, но тем не менее поддержка государства должна быть. Если поддержки государства, программы развития не будет, значит, соответственно, данные предприятия, которые, в принципе, можно говорить сейчас, то, что это территории и большие базы, где ранее было производство, сегодня они практически не задействованы. Что завод «Океан», который находится в стадии банкротства, в стадии ликвидации, и это большая проблема для Николаевской области и в целом для Украины, потому что еще 5 лет назад данное предприятие работало, данное предприятие строило суда, как гражданские, так и готово было строить суда для кораблей для на замовлення военных, но теперь предприятие практически стало в ловушке определенных бизнес-структур, которые на самом деле на сегодня не готовы развивать и не готовы инвестировать в данную отрасль. Что говорить о ЧСЗ, мы все тоже знаем, что говорить о государственном предприятии 61-го коммунара, я буквально только вам об этом сказал. Поэтому данная проблема будет поднята с экспертами, с народными депутатами, мы будем вносить ряд рекомендаций, предложений, будем обращаться на профильные министерства и на кабинет министров. Мы понимаем, что сегодня данную отрасль очень тяжело поднять, но в то же время мы должны говорить, значит, о других направлениях данных территорий, данных предприятий, потому что все-таки это развитие нашей области и развитие государства. Ми вже м'яко підходимо до нашого наступного питання. Ну, плани на 2016. Я ще в 2015 мені не все давайте, сказав. Давайте. Ми отримали більше 8 тисяч робочих місць
за период 2015 года, что подтверждает нашей стратегии развития 2020. И четко сегодня видим инвестиции. По сравнению с 2014 годом, в 2015 году на 17% инвестиций в Николаевскую область в развитие стало больше. И это тоже очень высокие показатели, даже в целом по Украине. Что касается среднемесячной заработной платы, это тоже связано опять-таки с социально-экономическим развитием. У нас в 2014 году среднемесячная заработная плата была 3200 гривен, в 2015 году 3800 гривен. И это тоже опять-таки все в рамках стратегии развития Николаевщина 2020. Это очень важно, потому что мы в постоянном идем мониторинге, постоянно проводятся совещания для того, чтобы координировать и для того, чтобы данная стратегия выполнялась. Вот. Планы на 2016 год, конечно же, амбициозные. Нам очень важно развитие ряд направлений. Я сказал и о судостроительной отрасли, но, конечно же, нам и важно аграрный сектор. Потому что сегодня как раз он не задействован на 100%, и нам необходимо развитие, особенно научное развитие, особенно развитие в плане инвестиций в технику. Вот. И для этого у нас заключены ряд договорных отношений с международными фондами, с канадским правительством на разработку проекта развития аграрного сектора Николаевской области. Реализация в трех этапах. Это проект рассчитан на 3 года. Это тоже очень значимо. И наше управление работает как раз над данным проектом вместе с канадским правительством и экспертами государства Канада. Вот. Конечно же, морехозяйственный комплекс, о котором я часто говорю, и для меня это принципиально, и сегодня я буду делать все для того, чтобы администрация морских портов Украины возвращала государственные инвестиции в Николаевский регион, потому что до этого мы не получали инвестиции со стороны государства. Администрация морских портов зарабатывала с нашего канала, Днепробурского канала, с наших портов, но обратно возвращать капитальные вложения в проекты инвестиционные их не было. В этом году у нас порядка 600 миллионов запланировано. Буквально на этой неделе мы будем проводить расширенное совещание с руководителями филиалов администрации морских портов Украины в присутствии с руководителем администрации морских портов Украины, и говорить будем о развитии как раз Николаевской области и морехозяйственного комплекса нашего региона. Это очень важно, поверьте, потому что от этого зависит и развитие в дальнейшем, экономика и развитие нашего региона. Поэтому планы амбициозные. Я уверен, что мы с задачами справимся. У нас ряд международных проектов. Это и с Канадской торговой палатой, это и с Польской Народной Республикой, вот, где мы будем планировать большие мероприятия по презентации Николаевской области. Вот. Также будем работать над привлечением инвестиций. Я уверен, что ряд компаний, наших региональные компании, которые готовы сегодня выходить на международный уровень, и мы должны об этом думать, мы должны их продвигать. Я, конечно, бы хотел сказать и о бюджете 2016 года, потому что, ну, это важный документ, который разрабатывался областной администрацией, который дорабатывался и вносились предложения профильными комиссиями и уже депутатами, принимался депутатами областного совета в декабре месяце прошлого года. Я считаю, что, конечно, средств всегда недостаточно, и денег много не бывает, а тем более для развития Николаевской области, где
достаточно, ну, скажем, проблем, которые необходимо разрешать, и как раз в финансовом плане это очень важно. Поэтому я вам хочу сказать, что по сравнению с 2015 годом у нас идет увеличение в целом бюджета области с 3 миллиардов до 3 миллиардов 451 миллиона гривен. А если не говорить о непосредственно налогах местного значения и сборах, а говорить о бюджете развития, то порядка 27% мы имеем плюс, это 83 миллиона у нас бюджет развития составил в 2016 году, и я надеюсь, что и уверен, в принципе, что мы его выполним. Хочу сказать, что по сравнению с 2015 годом мы имеем такие ряд программ, которые не финансировались до этого. Это, допустим, программа военного патриотического воспитания молодежи в Николаевской области, которая разработана областной администрацией и уже финансируется с областного бюджета. И вот выделение на данную программу в этом году составит 372 тысячи гривен, а на протяжении 5 лет будет более 3 миллионов гривен. Это очень важная составляющая, потому что мы, в принципе, одни из первых разработали данную программу в Украине. Вот, и сегодня, в такой сложный период политический, нам важно воспитывать молодежь более патриотичными, и это идеологическое должно быть на часе, так. Совершенно верно. Опять-таки принято решение о выделении средств на приобретение 19 школьных автобусов, которые будут служить в районах для доставки наших детей к учебным заведениям, чего ранее тоже не выделялось с областного бюджета, но нами было принято решение и поддержано депутатами областного совета. Данная статья в бюджете области 2016 года есть. Программа оздоровления детей. Программа доработана, программа продлена и профинансировано в сумме 4 миллиона гривен. В 2015 году данная программа была профинансирована на 3,2 миллиона гривен. Это тоже очень достаточно такой важная статья. Выделение средств на дороги местного значения. 15 миллионов гривен, и они будут равно распределены по всем районам, 19 районов, и будут, соответственно, направлены на ремонт дорог местного значения. Сумма, еще раз повторяю, незначительная, но, тем не менее, это второй год, когда областной бюджет предназначает совершенно верно направлять данные средства на районы. Вот, приобретение медоборудования, что очень важно, опять-таки, для наших медицинских учреждений области, это будет порядка 8 миллионов гривен, уже забюджетировано и будет выделено. Но у нас в планах по выполнению бюджета 6 месяцев, полугодия, рассмотреть и внести предложение приобрести томограф в детскую областную больницу. Стоимость томографа от 20 до 25 миллионов гривен. И уже главы фракций областного совета данное предложение поддержали. Это тоже очень значимо для области и для непосредственно учреждения. Вот. И ряд еще направлений, которые будут дорабатываться и совместно с депутатами разрабатывать программы, новые программы, плюс реализация тех программ, которые были приняты ранее. В этом году мы спланируем, я надеюсь, что будут выполнены. Я, в принципе, уверен. На сегодня из 332 бюджетов области приняты и разработаны 131 бюджет, кроме города Николаева. В городе Николаеве, я надеюсь, что сессия состоится
в этом месяце, и все-таки надеюсь, что депутаты смогут ознакомиться, внести предложение и принять бюджет 2016 года. Потому что город Николаев – это город областного значения, здесь сосредоточено большое количество учебных медицинских учреждений, которые требуют постоянного финансирования, которые требуют улучшений, а бюджет города как раз позволяет финансировать и ЖКХ более, скажем, более расширенно, и, конечно же, новые глобальные проекты, которые должны быть в областном центре. И я все-таки надеюсь, что и мэр города обратит на это внимание, и депутаты, для того, чтобы деньги не были просто разбазарены, а для того, чтобы были реализованы те проекты, которые действительно сегодня необходимы горожанам и жителям области. Вот. Вот бюджет развития города Николаев в среднем будет более 400 миллионов гривен. И это очень высокий показатель, что, соответственно, требует и большого внимания со стороны общественности, вот, со стороны депутатов, со стороны правоохранительных органов, для того, чтобы не было составляющего коррупции, и для того, чтобы крупные, как я сказал, проекты, которые необходимы для жизнедеятельности города, были реализованы в 2016 году. Один из проектов, это то, что мы обсуждали с Александром Сенкевичем, достаточно амбициозный проект, значит, сообщение, троллейбусное сообщение вокруг объездной Намыва. И это будет, если бюджет будет утвержден, проект будет профинансирован, это очень будет знаково для не только района, а и для города Николаева. Я думаю, чекати ухвалення бюджету, наскільки я знаю, сесія буде дійсно вже зовсім незабаром, але я зараз хотів би дещо змінити вектор нашої бесіди. Давайте поговоримо про ситуацію зараз нині в аграрній галузі області. Маю на увазі ситуацію, яка зараз склалася з нашою озиминою. Садили в суху землю, дуже мало вологи зараз, снігу теж мало, тобто аграрії, в принципі, наскільки мені відомо, по всій Україні потерпають від цього і мають сумніви щодо того, чи зберемо ми хороший врожай. Як зараз стан справ у цій галузі у нас на Миколаївщині? Яка у вас інформація? Ну, в 2015 году у нас був рекордний збір урожаю зернових, більше 3 мільйонів тонн. Я надеюсь, что и 2016 год будет тоже рекордным. Вот. Что касается озимых заморозков, которые прошли, и у нас зима еще впереди, поэтому, наверное, рано говорить и предсказывать то, что у нас будет и какой урожай, но на самом деле по нашему мониторингу засеяно 81% озимых зерновых в области, что составляет 556 тысяч гектар при плане 683 тысячи гектар. Вот. По состоянию на сегодня, ну, скажем, нормальное состояние, и фермеры заявляют о том, что если будет благосклонна погода, то урожай, в принципе, не должен быть хуже, нежели в прошлом году. Дякую за коментар. Що ж, у нас часу геть зовсім небагато. Давайте поговоримо про більш приємні або неприємні для городян події. Минулий снігопад в Миколаєві. Як ви оцінюєте роботу комунальних служб, справилися чи ні? Я вам хочу сказать, что в целом по области коммунальные службы справились, и работало большое количество человек, готовы к работе более 2000, если непогодные будут условия на дорогах, выйдут коммунальщики, наши работники Укроблавтодора, вот, задействовано сразу к работе готово более 200 единиц техники.
закуплено по области более 30 тысяч тонн песчано-солевой смеси. В принципе, вот за эти короткие праздничные дни проблем особых не было. Достаточно эффективно справились коммунальные службы города Николаева. И я хочу выразить им благодарность за это, потому что праздничные дни были. Вот, но, тем не менее, мы увидели то, что службы работали, дороги были чистыми и достаточно эффективно справлялись. Но это непосредственно под контролем мэра города, поэтому я выразил ему уже свою благодарность. Но в то же время хочу сказать, что нам необходимо для того, чтобы наши дороги были в постоянном хорошем состоянии, необходима еще дополнительная закупка транспортных средств и необходимо учиться над более качественными услугами. Надеюсь, что проблем по области не будет. Есть карта для водителей, которая размещена на сайте обладминистрации. Опять-таки организовано 10 групп, которые готовы мобильно реагировать на проблемы наших водителей, если они возникнут на дорогах. Плюс в этот период были организованы пункты обогрева по области, их более 300, которые уже обратились люди, более 200 человек людей обратились за этот период. Поэтому мы полностью как мониторим, так и контролируем данные вопросы, потому что это очень важно сегодня для Николаївської області в такий період. Дякую за коментарі. Шановні глядачі, на цьому час нашої програми «Гаряча лінія» вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов, гість студії, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Іванович Меріков. Дякуємо за фахові коментарі. До побачення. Побачимось наступного разу.